В последние дни в Бресте снежные сугробы вырастали за считанные часы. Специальная техника практически круглые сутки очищала город от заносов. Кто-то из автолюбителей на эти дни оставил свое транспортное средство на стоянке, а кто-то в силу обстоятельств продолжает ездить, что сейчас действительно непросто. Перемещаясь по городу, специалисты рекомендуют обратить внимание на некоторые особенности вождения в зимних условиях. Хотел бы порекомендовать нашим автолюбителям более тщательно подготовить свои транспортные средства. Это в первую очередь для более легкого пуска двигателя. Заменить масла, расходники, в частности, это для дизелей, топливные фильтры заменить, потому что на морозе парафинится солярка. Вот, чтоб в баке было топливо больше, чем полбака, чем меньше воздуха в баке, тем меньше парафинится солярка и более легкий пуск обеспечивается на морозе. Вот. Ну, если уже машину завели, прогревать обязательно, особенно автоматы. Очень капризно к морозам и без прогрева несколько чреваты поездки по городу. Конечно же, особое внимание к шинам, в частности, к зимним. Да, теперь их использование регламентируется законом, а отсутствие чревато штрафами. Однако новые, не обкатанные, они также несут опасность. Если новая резина, приобрели новую резину, установили на машину, стопроцентного эффекта от резины не будет, поскольку резина новая в силиконовом покрытии. На новой резине необходимо приехать в городском режиме хотя бы километров 100, чтобы съездилось это покрытие, и уже после этого будет стопроцентный контакт с дорогой, резина будет уже работать на всю свою конструкцию, чтобы она предусмотрена, чтобы она могла ехать. Резина должна быть не меньше 4 мм глубиной протектора. Вот, если она уже меньше, то желательно заменить ее, потому что происходит налипание снега на резину и забивается протектор, и машина буксует, грубо говоря. В такую погоду бдительными, внимательными и взаимовежливыми должны быть все участники дорожного движения. Сотрудники госавтоинспекции призывают жителей областного центра не играть в рулетку с законом, собственной жизнью и здоровьем. А в случае, если вы стали свидетелем любого рода ситуации, постараться помочь, либо вызвать для этого специалистов. В минувшие сутки, благодаря работе правоохранителей и коммунальников, удалось достичь главного показателя. В ДТП не было пострадавших пешеходов. Сработали оперативно, причем здесь заслуга не только сотрудников госавтоинспекции, в том числе коммунальных служб, в том числе средств массовой информации. То есть мы скооперировались, всех предупредили, оперативно информировали, что происходит на дорогах Брестской области, и не допустили ни одного дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадали люди. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Эдуард Бакунович, Денис Величкевич, Антон Луговкин, телекомпания БукТВ.